Вы сейчас видите, что происходит? Частная компания ТГК-2 и другая компания Межрегионгаз между собой разбираются. Значит, внутренние у них разборки. При этом страдают жители города Ярославля. ТГК-2 обязана перейти на резервное топливо, на мазут, которое у них находится в достаточном количестве. Значит, если этого происходить не будет, мы побуждаем через прокуратуру судебные органы и, соответственно, точно так же действуем через судебных приставов по понуждению ТГК-2 в переходе на мазут.